членом племени состоит некий юный пастушок, который носит романтическое имя Мохаммед Эд-Типа, что означает в переводе Мохаммед Волчонок. И сей Мохаммед, жизнь, в общем, не обыденная в пустыне, да, ну вот пасет там коз, овец и прочие особых удовольствий и развлечений нет. Так вот, сей Мохаммед придумал себе следующее развлечение. Смотрите, стены этих